18 июля в России отмечают профессиональный праздник – День создания органов государственного пожарного надзора. В станице Сиверской в честь праздника прошло праздничное мероприятие. Его посетили заместитель начальника главного управления МЧС России по краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы Евгений Подубный, глава муниципалитета Адам Черим, прокурор района Денис Жуков. Хочется, чтобы на территории Сиверского района, как и на территории всего Краснодарского края, так и Российской Федерации, было поменьше у нас чрезвычайных ситуаций, различного рода пожаров, загораний, подтоплений. И хочется всем в этот прекрасный летний день пожелать здоровья, удачи, успехов и поменьше чрезвычайных ситуаций. С праздником сотрудников пожарного надзора поздравил и Адам Джерим. Не раз мы убеждались в том, что вы делаете правильно свою работу, предостерегаете людей, направляете людей. А самое главное, когда что-то случается, вы на переднем плане. Хотелось бы, чтобы коллектив слаженный, служба шла без каких-то чрезвычайных ситуаций. Огромное спасибо руководству и всем, кто работает. На самом деле вы не раз доказывали свой профессионализм. Также за активное участие в ликвидации недавнего паводка и в честь 94-й годовщины создания органов государственного пожнадзора мужчинам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Эти храбрые, самоотверженные люди ежечасно рискуют своей жизнью. Минутой молчания почтили память погибших при исполнении своих служебных обязанностей. В их честь на площади отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сиверского района открыли памятный знак людям героической профессии – пожарным и спасателям. Камень с гранитной плитой – напоминание о профессионализме, самоотдаче и служении на благо страны и ее граждан.